находится на неделе моды в Москве. И показ традиционно открывает Вячеслав Зайцев. А мы, как информационные партнеры, берем репортаж с места событий. Здравствуйте, как вас зовут? Александр. Вы на эстете впервые? Да, я впервые. Расскажите о ваших впечатлениях, эмоциях. Мне очень понравилась, сегодня была детская коллекция представлена, да, дизайнерская. Произвела огромное впечатление, потому что ну, наряды более такие непревзойденные, более какая-то новая, какая-то изюминка, которая непосредственно бросается в глаза. А вы хотели бы попробовать себя в роли модели? Да, конечно, но только на мировом уровне. Российский уровень меня не интересует. О, даже так? И у какого же дизайнера? Я думаю, Джорджо Армани, Милан, Италия. Расскажи, как тебе сегодняшняя атмосфера? Что больше всего запомнилось? Ну, во-первых, главные моменты, то, что сегодня детский показ, и он достаточно интересный, потому что какие-то новые костюмы, и когда смотришь ты на ребенка, когда дети сейчас у нас, дети Индиго, дети Кристалл, это люди, то есть дети уже в 2-3 года понимают очень много, и приятно на них посмотреть, они уже настоящие актеры, артисты. В принципе, вот. Заканчивал ли ты модельную школу? Расскажи поподробнее об этом. Да, я закончил школу моды Вячеслава Зайцева в 2015 году. Я этим горжусь. В принципе, огромный опыт получил в Доме моды. Интересно, конечно, дальше выйти на уже международный уровень. Мы тебе желаем удачи, ты обязательно выйдешь на международный уровень. Спасибо, спасибо большое. Она вообще королева, Расскажите поподробнее о вашей коллекции. Коллекция наша сделана из натуральных тканей. Это круизная коллекция. Мы старались сделать ее максимально носибельной. Очень часто, оказываясь в жарких странах, к сожалению, сталкиваешься с тем, что детям приходится носить только маечки, шортики. Да? И, ну, вот недавно мы были в Италии, я обратила внимание на то, что, к сожалению, платья у нас как-то мало. А так как ткань очень легкая, практичная, удобная, клиенты уже пользовались нашим продуктом, и им очень понравилось. И вот мы решили сделать новую коллекцию, новую линию одежды. Сами мы из Беларуси, но да, у нас собралась большая команда. Это Национальная школа красоты Республики Беларусь, город Минск. И главный организатор – это наши партнеры. Модельное детское агентство «Центр Golden Kids», город Борисов. Вот мы объединились, привезли своих визажистов, стилистов, огромная им благодарность. И решили показать, как бы у нас такое получается даже больше российско-белорусский союз. Да, вот, и создали коллекцию. А как вам Москва, понравилась? Ну, в Москве я не первый раз. Я работала здесь когда-то 3 года назад. А на эстете я 3-й раз. Организация, как всегда, на высшем уровне. Все превосходно. Ну и, естественно, Москва – это 2-й дом. Да. Поэтому все хорошо. Мы желаем вам удачи, творческих вам успехов. Радуйте дальше нас своими чудесными творениями. Спасибо вам большое. Мы вас тоже очень любим. Спасибо. О, давайте сюда. Привет. Скажи, как тебя зовут? Меня зовут Алиса. Чем ты занимаешься? Я модель и я занимаюсь вокалом. Откуда ты? Я из Москвы и из Карачаева-Черкесии. Ого, ничего себе! Расскажи о дизайнере платья, которое на тебе. Дизайнер платья Гивовское. Тебе нравится этот дизайнер? Да. Расскажи о своих дальнейших творческих планах. Кем ты собираешься стать в будущем? Я собираюсь, наверное, стать моделью. Моделью? И моделью ты хочешь быть в Москве или в Америке где-нибудь? В Америке. В Америке? Ничего себе.
Хочешь быть моделью платьев или что-нибудь, нижнее белье или что-нибудь еще? Какие у тебя предпочтения? Да, платье. Платье, ух ты. Расскажи, пожалуйста, а любишь ли ты петь, танцевать? Да, я люблю. Любишь? Какие танцы ты танцуешь? Я танцую самые разные. Например, вот что тебе больше всего нравится? Не знаю. Может быть, хип-хоп? Да. Да, танцуешь хип-хоп? Да, танцую. А ты учишься в школе? Да. Какой класс? Расскажи поподробнее, какие предметы в школе тебе нравятся? Что ты вообще любишь? Может быть, физкультура или английский? В четвертом классе мне нравится английский и русский язык. В общем, ты разносторонняя девочка у нас, да? Да. Мы желаем тебе творческих успехов, удачи. Мы надеемся, что у тебя все получится. И в будущем ты действительно станешь известной моделью. И мы еще раз возьмем у тебя интервью. Спасибо. Представься, как тебя зовут? Даша Кашина. Чем ты занимаешься в жизни? Я пою, дефилирую и немного программирую. И нравится ли тебе быть моделью? Конечно. Откуда ты? Из Москвы. Расскажи, как зовут дизайнера? Не помнишь? Кристина Кибовски. Тебе нравится то платье, которое сейчас на тебе? Тебе нравится то платье, которое сейчас на тебе? Конечно. Оно очень красивое, обычное. И в таких цветах. Ну. В будущем ты планируешь заниматься модельным? Да. И где бы ты хотела дефилировать? В Москве или на всемирных подиумах Америки? Конечно, всемирных подиумах. А вообще, кем ты хочешь стать? Ну, вообще, мне хочется петь и быть моделью. Певица, значит. Каких исполнителей ты предпочитаешь? Не знаю, мне нравится лиричная музыка, поп и... джаз еще немножко. Слушай, мы тебе желаем удачи, у тебя все получится. Такая красотка обязательно пробьется в шоу-бизнес и станет известной. Удачи! Спасибо. И расскажите, как вам сегодняшний показ? Ну, мне очень понравилось. Много эмоций. Расскажи, какие именно эмоции? Радость, очень много камер, вспышек, так все круто. А у тебя? Я наконец-то узнала что-то новое для себя, то есть Москва – это что-то новое. Что-то новое? А что тебе больше всего запомнилось в Москве? Вообще, откуда вы? Расскажите о своем городе. Ну, я в Минске живу, как бы, это очень чистый город, правда, он не такой большой, но мне все-таки Москва больше нравится. А вы бы переехали жить в Москву? Ну, наверное. Наверное или точно? Не знаем еще. Расскажите о своем дизайнере, о коллекции. Что за платья такие прекрасные на вас? У нас дизайнер Анастасия Фалькович, и она шила платье совместно с брендом Blondinini. И эти платья на самом деле очень легкие, и они мне очень нравятся. А тебе нравится? Да, очень. Девчонки, ну мы вам желаем удачи, успехов вам и всего самого хорошего. Спасибо. Спасибо. Девчонки, расскажите о сегодняшнем показе, о коллекции. Какие чувства и эмоции вы испытываете? Вначале было, конечно, страшно, а уже потом, когда ты прошелся и вышел на подиум, ты ощутил кайф, и тебе перестало быть страшно. Эмоций вообще их очень много. Сразу так страшно, но потом, когда видишь камеры, тебя сразу так волна эмоций нахлёстывает, и ты идешь спокойно, и тебе в кайф. А расскажите подробнее о своем дизайнере. Что за платье на вас? На нас были платья Александры Фалькович. Это белорусский дизайн, как мы поняли. Ну и в конце нам много не рассказывали о нем. Ну, мне понравилась вообще эта коллекция. А тебе понравилось? Очень. Она очень белорусская, так скажем. Белорусская коллекция. Ну что, девчонки, мы вам желаем удачи, успехов вам и всего самого наилучшего. Спасибо. Спасибо.
Thank you.